Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Наступила долгожданная заветная пятница, когда мы с вами сможем обратить еще больше, нежели чем всегда, внимание на макроэкономический фон и прежде всего на данные по рынку труда Соединенных Штатов Америки. Напоминаю, друзья, что для нас эта статистика, ну, собственно, не только для нас, имеет сейчас троекратное значение, потому что это не просто рядовой релиз, благодаря которому мы сможем оценить состояние данного сектора американской экономики. После сегодняшнего дня, я думаю, что уже все, без исключения, и даже сам ФРС четко и точно определится с тем, что произойдет по итогам двухдневного заседания американского регулятора 13-14 июня касательно процентных ставок. Хотя мы с вами уже знаем, что ставку повысит на 25 базисных пункта. Вероятность того, что этого решения не будет, ну, не то чтобы крайне низка. Я бы даже сказал, что такого сценария на рынке попросту сейчас нет. И напоминаю, почему это так, поскольку сам ФРС еще в начале 2017 года четко озвучил позицию того, что при любом раскладе не допустит роста турбулентности, опять же, на финансовых площадках, которые могут угрожать достаточности американской фонды. А с ней, собственно, сейчас все лучшим образом складывается, если говорить про классическую бенчмарку S&P. Вы сами все прекрасно видели. Сейчас котировки 2435. Я, безусловно, друзья, этому крайне рад, потому что после того, как нас разочаровывает доллар, уже затаил явную обиду на все, что происходит в США, на все, что связано с Трампом, потому что этот новостной фон, к сожалению, до сих пор, по прошествии 5 месяцев, не позволяет нам насладиться победой от хорошо проведенной длинной сделки по доллару. Ну вот американский фондовый рынок также был в пуле наших длинных позиций. Мы не сомневались в том, что эта секция продолжит расти. Мы не сомневались в том, что исторические максимумы будут переписаны неоднократно. И поставили очень амбициозную цель – 2450 пунктов. А сейчас до нее остается 15 пунктов. Это такая ерунда, что я могу допустить, что мы сможем протестировать это значение чуть ли не с открытием сегодняшней торговой сессии. Поэтому, друзья, если вы вместе со мной присоединились к этой сделке, вы уже также сейчас находитесь в хорошем профите, и эта сделка будет закрыта по тейк-профиту вот со дня на день, потому что я не сомневаюсь, что того новостного фона и той фундаментальной картины, которая сейчас на рынке есть и которая еще будет представлена нашему взору, будет достаточно, чтобы оказать вот этот остаточный стимулирующий эффект на S&P и поспособствует тому, что мы добрались до этой планки. Ну, хорошо, об долларе мы и S&P поговорим, собственно, как это делаем всегда чуть позже. Давайте не будем забывать про главный экспортный российский ресурс. Это нефть, которая также сейчас на нашей стороне. Точнее, на нашей стороне медведи, которые толкают этот инструмент все ниже и ниже. И сейчас, друзья, котировки 50-30, лоу был вчерашнего дня, 50-22. То есть позиция медведя настолько крепка, что нету ни единого шанса, нет ни единого шанса у активу восстановиться и вернуться к прежним уровням, которые для сверхоптимистов открывали дорогу к новому циклу супервысоких цен на нефть. Мы работаем с фундаментом, и мы понимаем то, что сейчас нефть не просто так валится. Она снижается на факте разочарования, на факте отсутствия позитива, и она готовится к тому, чтобы войти в долгосрочный нисходящий тренд, которого мы также ждали очень давно. Уверен, что натиска медведей даже сегодня будет достаточно, чтобы коснуться поддержки 50 долларов за баррель, хотя я понимаю, что пятница, она традиционно характеризуется эффектом пятницы, то есть тогда, когда мы локально видим несколько обратную динамику, потому что трейдеры перед выходными начинают довольствоваться результатом, который получили в рамках недели, фиксируют ордера, ну и, соответственно, логичным техническим образом это
отправляет актив в другую сторону. Но сегодня у нас под закрытие торговой сессии еще есть один важный релиз. Вы помните, это традиционная пятничная статистика Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. И на этот отчет я делаю очень большую ставку. Если говорить про вчерашнюю торговую сессию, то не все так безоблачно было, скажем, для медведей, хотя, очевидно, нефть находилась под серьезным давлением. Но быки тоже проявляли свой характер и особенно попытались предпринять все возможные усилия, которые у них еще остались, чтобы все-таки поднять котировки Brent и WTI повыше. Поспособствовала тому статистика по запасам нефти от Министерства энергетики США минус 6,4 миллиона сокращения против прошлого снижения на 4,4, то есть восьмая неделя подряд. И, собственно, эта статистика отчасти повторила тот результат, отчасти, который был продемонстрирован днем ранее от Американского института нефти. Мы также там по запасам просели. Но все-таки медведи на рынке присутствовали, а когда на финансовых площадках появилась новость о том, что Соединенные Штаты Америки и лично Дональд Трамп приняли решение покинуть Парижское соглашение по экологическим стандартам, по экологии, тут же от, собственно, попыток и натиска локального быков не осталось ровным счетом никакого следа. Собственно, друзья, сейчас можно ли что-то заложить в основу потенциального роста? Ну, единственное, что какие-нибудь технические факторы, но техника на столь глобальном и трендовом рынке, который сейчас формируется, я думаю, что вряд ли будет работать. Вряд ли она окажется сильнее того фундамента, который присутствует. Помимо вот классических релизов по запасам, вы знаете, что Министерство энергетики нас радует еще и цифрами по объемам добычи нефти в Штатах. Мы с вами настраивались на то, что если объемы добычи за неделю превысят 15 тысяч по росту, это будет позитивным моментом для нас, как для продавцов. На самом деле за прошлую неделю объемы добычи увеличились на 22 тысячи баррелей в сутки. И я думаю, что мы смело уже можем говорить, то, что в Штатах добывается 9,4 миллиона баррелей нефти в сутки. Вспоминайте сразу про прогноз от энергетической компании, который я вам вчера, собственно, предоставил для анализа о том, что есть ожидания, на основании которых объемы добычи в Штатах уже до конца этого года, до 31 декабря, могут достигнуть 10 миллионов баррелей в сутки, то есть коснуться максимума, который последний раз рекордного показателя добывался в ноябре 1970 года. Напоминаю, что Штаты, как и днем ранее, как и неделей, и месяцем, и полгода назад, остаются для нас ключевым регионом, который совершенно очевидно уже нейтрализовал все усилия ОПЕК и, собственно, подогревает убежденности трейдеров в том, что даже продление действия энергетического пакта не принесет должного результата. Вернемся к статистике Baker Hughes. Я не сомневаюсь, друзья, то, что прошлая неделя стала еще одной неделей роста нефтяных терминалов. Но здесь интересный момент заключается в том, что эта неделя будет уже 20-й неделей подряд по счету. И полагаю то, что все-таки трейдерам, которые сейчас активно ставят на продажу, можно использовать этот своего рода статистический юбилей, чтобы еще больше притопить котировки нефти и коснуться наконец-таки этой поддержки $50 за баррель. Соответственно, если этот уровень будет протестирован сегодня, в понедельник, во вторник, в ближайшие дни, мы будем готовиться к соответствующей девальвационной отдаче по рублю. Поэтому копите силы, собирайтесь с соответствующим настроем и готовьтесь торговать, в том числе и по паре доллар-рубль. Потому что ослабление после пробоя 50 долларов за баррель российской валюты будет очень значительным. И я не удивлюсь, что за даже такой короткий промежуток времени, как 5 полноценных торговых сессий, то есть в неделю, потенциал ослабления рубля против доллара и евро может превысить 5-7%. К этому нужно быть готовым. Доллар японская иена. Ну, об этом активе, в частности об американце, мы также говорим очень много. Но хорошо то, что пара доллар японская иена наконец-таки оттолкнулась от минимальных значений, показанных несколько дней назад. И вчера у доллара были все возможности, чтобы вспомнить про свои лидерские качества, потому что каждый отчет, который был опубликован, только подогревал интерес к предстоящему заседанию ФРС и
усиливал ожидание того, что ставка будет повышена, соответственно, вся политика нормализована. Ну, начнем по порядку. Прежде всего, отчет, который нас интересует, это данные по ADP, частная оценка, предваряющая статистику по Non-Farm Payrolls. Если в прошлый раз мы с вами видели довольно хорошие показатели, рост количества новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора свыше 170, ну, фактическая цифра 174, то сейчас за прошлый месяц статистика указала на то, что прирост составил 253 тысячи. Соответственно, учитывая связь показателей ADP и Non-Farm Payrolls, то есть сегодняшнего отчета, присутствующую корреляцию, данные периодически нарушаются, но вот последние несколько кварталов все-таки больше такая медианная средняя указывает на то, что статистика очень похожа. Я полагаю, то, что мы можем уже четко говорить о том, что и сегодняшний Non-Farm Payrolls не разочарует. Поэтому, друзья, сегодня из отчетов по уровень безработицы, количество новых рабочих мест из сельскохозяйственного сектора и еще динамика роста заработных плат. Здесь нужно выбрать для себя, какой отчет является более интересным. Я думаю, то, что обратить внимание, конечно же, стоит на рост заработных плат, потому что уверен и снова напоминаю вам, что это та самая статистика, которая будет сигналом того, какие показатели по инфляции мы сможем увидеть в будущем, какие показатели по рознице и сможет ли американская экономика нивелировать эффект от слабых показателей экономического восстановления за первый квартал 2017 года. Напоминаю вам последние комментарии представителей ФРС о том, что слабость первого квартала – это исключительно временное явление, в которое также не останется ни единого следа уже, когда у нас будет возможность посмотреть за статистикой и темпом экономического роста по итогам второго квартала. Поэтому по новым рабочим местам, по росту заработных плат, я не сомневаюсь, что мы сможем сегодня получить еще большую порцию позитива. И, соответственно, с текущих котировок USD/JPY 111.66 будем претендовать уже на движение выше 112.5. Отмечу еще из отчета вчерашнего дня индекс волатильности ISM. Здесь снова рост с 54,8 до 54,9. Многие говорят, что именно производственный сектор станет основным импульсом, такой движущей силой для американской экономики в будущем. Один из представителей ФРС Пауэлл, которого мы давно не слышали после этой статистики, обе руки поднял за то, что ставку нужно будет повысить трижды до конца этого года. И самое главное, наш традиционный контракт, на который мы с вами обращаем внимание, FedWatch, оценивающий вероятность изменения монетарной политики, с 88,8 достиг уже 95,8. И совершенно очевидно, это факт уже, то, что на решение ФРС, наверное, вряд ли уже что-то может повлиять негативным образом. И если вы сомневались, ни в коем случае не стоит ставку повысить, это уже, считайте, решение, которое принято, это уже должный комплимент текущим условиям в рамках американской экономики, и это, конечно же, оправдание и реализация тех ожиданий, которые присутствуют на рынке, и позиции ФРС того, чтобы не баламутить площадки, когда фактическое решение отличается от ожиданий. Сейчас ожидания готовы к этим изменениям, значит, осталось дождаться только самих изменений. Я был бы еще больше рад и уверен, что пара доллар-японская иена показала еще больше движений восходящих, если бы соответствующим образом на эту статистику отреагировали трежерис, которые по-прежнему вот десятилетки находятся на отметке 2.22, это гораздо ниже, чем значение, которое мы наблюдали в марте, там 2.6 было. Но Non-Farm Payrolls, официальные данные сегодня вполне могут исправить эту картину и, соответственно, толкнуть вверх и американские долговые облигации по доходностям и поддержать еще и индекс доллара. И надеюсь, что мы получим еще больше позитивную отдачу по паре доллар-японской иены. Евро против доллара. Вчера, кстати, было опубликовано много отчетов по индексам производственной активности Германии и еврозоны, но в целом статистика не повлияла на поведение европейской валюты, потому что евро по итогам не ослаб. Про причины мы с вами говорили ранее, но опять же, стали ли они причиной слабости евро? Ну, пока, наверное, тоже
Не будем торопиться с выводами, потому что по европейской валюте краткосрочно мы больше сейчас ориентируемся на рыночные настроения. А рыночные настроения, как и днем ранее, не изменились. По-прежнему доминирующая позиция – это sell. И пока настроения не войдут в какое-то подобие баланса, не обязательно, чтобы это было 50 против 50. Возможно, даже нас устроил показатель 65 и 35, 60 и 40. Это то, что позволит нам сделать большую ставку на рядовую статистику и уже национальные фундаментальные факторы. Пока что эту ставку мы сделать не можем, только лишь долгосрочно, указывая на то, что евро это аутсайдер. Но краткосрочно я рекомендую не торопиться пока занимать короткие позиции, потому что евро снова может вырасти. Фунт против доллара. Сейчас британская валюта торгуется на котировках на отметке 1.2875, то есть не смогла закрепиться выше отметки 1.29. Вот в отношении британца хочу отметить то, что может быть даже фунт сейчас является более интересным инструментом, потому что оценка тех же самых рыночных настроений позволит нам сделать вывод о том, что валютная пара фунт-доллар уже отошла от экстремальных значений, позволяя рассчитывать на более логичную реакцию трейдеров на фундаментальный фон. Самое важное событие, которое еще не нашло должного отклика в ослаблении, в слабости британского валютного актива, это последние опросы влиятельного агентства YouGov. И в частности, снова напоминаю, то, что согласно этим опросам, на выборах, которые состоятся уже в следующий четверг, 8 июня, чуть-чуть осталось подождать, даже у консерваторов, возможно, уже нет шансов, чтобы получить необходимое простое большинство. Им не хватает 16 голосов. А, соответственно, чем это чревато? Это чревато тем, что Тереза Мэй не получит поддержку парламента из-за того, что не будет этого большинства. И это чревато еще тем, что сам парламент останется без лидера. Это тогда, когда буквально через несколько недель начнутся официальные переговоры по Брекситу. Положительный ли этот фактор? Да нет, конечно же, это негатив. Ну вот негатив там присутствует, только лишь осталось подождать, когда он приведет к должному ослаблению британца. Из статистики вчера индекс деловой активности в производственном секторе снижение. Как мы и ожидали, другой цифры, наверное, вряд ли мы могли увидеть, учитывая те тренды, которые формируются по росту инфляции, снижению заработных плат и в целом слабым показателям по ВВП. 56,7 с 57,3. Ну да, все равно это выше 50, то есть позитив, но здесь прослеживается тенденция сокращения, так же как и в показателях экономического роста. Поэтому по фунту, друзья, как и раньше, сохраняем короткую позицию. Еще хотел отметить USD-CAD, индекс деловой активности, также вчера вышел по канадскому региону, 55,1 с 55,9, тоже очевидный спад. Канадец вынужден реагировать еще на снижение цен на нефть. Я допускаю, что для этой валютной пары тоже является очень важным тестированием брентом поддержки в 50 долларов за баррель. То есть валюты, которые завязаны на текущей конъюнктуре на основное сырье, нефть, конечно же, они ориентируются, конечно же, сейчас на вот эти важные психологические планки. А поскольку в случае их пробоя даже техника уже вынуждена будет отступить, создав сигналы о том, что развитие понижательной тенденции продолжится. Снижение цен на нефть компенсировало весь позитивный макроэкономический фон, который сложился по Канаде за последние полтора месяца и уже полностью нивелировал довольно сильный отчет по ВВП, который мы анализировали с вами днем ранее. Вы помните, квартальный прирост 3,7 против прошлого 2,7. Если картина в ближайшее время не изменится, и если спустя уже 2,5 месяца администрация президента США все-таки пересмотрит торговое соглашение НАТО, мы с вами увидим уровень 1,40. Но чтобы получить хороший профит на этой планке, нужно принимать решение, чтобы уже сейчас занимать длинные позиции. Я рекомендовал делать это тогда, когда пара еще находилась на отметке 1.34 с небольшим. Сейчас котировки недалеко ушли, но все равно уже не на локальных минимумах. Сейчас USD-CAD торгуется на отметке 1.3510. И американский фондовый рынок, друзья, мы о нем уже говорили. Позитивных моментов все больше и больше. Хорошо, что отсутствует негатив. Если сегодня американский рынок труда покажет, продемонстрирует сохранение прогресса, мы тут же додумаем, так же как и фондовики, что это следствие по-прежнему очень активной позиции работодателей по созданию новых рабочих мест, потому что
тому способствуют условия, тому способствует внутренний спрос, высокие показатели и желание расширять свой бизнес. Это, конечно же, позитивный фактор для всего американского фондового рынка. Поэтому я допускаю то, что уже к концу сегодняшней торговой сессии мы с вами сможем добраться до нашей заветной с вами планки в 2450 пунктов. Соответственно, если сегодня доллар получит хороший импульс роста, если сегодня мы увидим хорошие данные, придется уже снова обратить внимание на золото и принять решение на продажу, потому что больше золотому активу отыгрывать больше, более будет нечего, поскольку постепенно слабый доллар уже уходит в прошлое, и мы готовимся к тому, чтобы встать и войти в состояние уже растущей динамики, растущего тренда. Сегодня очень важный день. Я рекомендую, друзья, даже при наличии четкой позиции, уверенности в том, что, как и всегда, рынок поведет себя так, как нам нужно, не забывать про основные правила контроля риска. Не забывать про то, что не нужно преувеличивать с плечом. Не нужно увеличивать рабочий лот тогда, когда рынок идет в вашем направлении. Потому что малейший откат тут же будет создавать серьезную нагрузку на ваши депозиты. Про эти правила, я знаю, вы не забываете, но счел необходимым еще раз про это напомнить. Из важных событий уже сказали, в 15.30 максимум внимания к финансовым рынкам, это статистика по рынку труда, и в 20.00 это еще Baker Hughes, это количество нефтяных терминалов, которые, скорее всего, подтвердят 20-ю уже неделю подряд рост. И будем готовиться к еще большей слабости черного золота. Друзья, на этом все. Если есть вопросы, как и всегда, на канал на YouTube. Все, пишите там, комментарии там. И не забывайте ставить лайки. Большие пальцы. Всего доброго. До свидания.